Мустанг не скоро покорит кубанские дороги. Американское авто 67-го года выпуска задержали краснодарские таможенники. Мужчина, который возил раритетную машину, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, задекларировал ее в качестве культурно-исторической ценности для личных целей. Согласно заявлению, стоимость Мустанга составила $5000. Как выяснили таможенники, 42-летний краснодарец решил подзаработать на раритетных авто. Он собирался ввозить машины на территорию России под видом культурных ценностей и потом перепродавать. Для поиска клиентов зарегистрировал сайт, где разместил информацию о машинах. Ford Mustang он успел доставить заказчику, у которого и был изъят раритетный автомобиль. Фактически товар, который был ввезен на территорию таможенного союза в рамках Евразэс, изначально предназначался для последующей продажи, а не для личного пользования. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками краснодарской таможни было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации. За махинации с раритетным авто краснодарцу может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Кстати, «Мустанг» был не первым заказом предприимчивого краснодарца. В августе таможенники задержали некультурный «Ягуар». Тогда мужчина приписал возрасту автомобиля 10 лишних лет и даже получил справку от Минкульта, что «Ягуар» является культурной ценностью. Позже документ пришлось аннулировать, а машину задержать.